Где применить газовый баллон, я еще пока не знаю, так что пусть отдыхает. Здесь что? Да кроме пули ни хрена. Так, посмотрим. А, вот и техподдержка пожаловала. Это очень странно, но обычно в их глазах так выгляжу я. Чувак, я пришел с миром. А, ну ладно, все понял. А баллончик газа-то как раз кстати. Ну давай, иди сюда, забей еще один гвоздик. Мелкий такой и ужасно назойливый. О, так ты там не один, оказывается, был, а с телочкой. А че злой-то такой? Не научился правильно ее использовать? Эй, ты что делаешь? Если гвоздь выехал, его нужно забить, а не загнуть. Халтурщик сраный, а ну давай, нормально выполняй. О, черт, я, кажется, жив. И он, похоже, тоже. Так, подстилку твою в расход, один хрен толку от нее не было. А теперь тебя ждет незабываемый сантехнический, блядь, поцелуй. Вот уж поверь, его ты запомнишь надолго. Ну вот, в экстазе отъехал. Хорошо, пришло время проверить твою канализацию, мой друг. Сейчас проверим эту хреновину на чьей-нибудь черепушке. Здрасте! Вроде норм. Бам! Так, секунду, сейчас я покушаю, выпью немножечко, и мы с вами продолжим. Давай-давай, подходи, здесь все в порядке очереди. Ну что, твари, кто еще хочет мои игрушки отведать? Подходи, не стесняйся. Ой, извините, это я не вам, это я одуванчикам, которые вон там в кустах растут. А ты здесь что-то продаешь или, как и все, на ее родимую живешь? Короче, тоже халявщик, дай пройду. Ты что сказал, бездельник? А ну-ка давай, быстро пошуршал. Я занятый человек, мне никогда здесь как сонная муха ползать. Давай, пошел. Slow down? Ты назвал меня медленным дауном? Еще раз такое скажешь, я тебе башку нахрен оторву. Slow down, brother. Вот говно, а? Ну, наконец-то увижу настоящего босса. А, здрасте. Воу, эй, детка, погоди, не гони лошадей-то. Хочешь поговорить о делах, этот, давай держи дистанцию, потому что я уже половину чего ты говорила пропустил. Эх, знала бы ты, что сейчас творится в моей башке. Вот черт, можно я тебе лизну, а? Ну, просто я прямой человек и ебал напрямую. Брекен, давай займемся делом. Да, что-то я расслабился. Погоди, стой! В смысле, приготовься? Что я должен сделать? Кинуть какую-нибудь грязную шутку? Брекен? Лина? Привет! Чё, в докторов играет? Что это за чудик с тобой? Эй, я Крейн, а не чудик. Эй, я спасла этому чудику жизнь, и теперь он готов на всё. Да, я пойду, и я всё сделаю. Да, верно. Крейн всё сделает, и все будут счастливы. Какого чёрта, а? Да твой дружок в одиночку даже посрать сходить не сможет. Ладно, чёрт с вами, убедили. Я согласен. Прощай, Крейн. Надо же, тут еще кто-то выжил. Придется помочь. Сладости, сожрем. Эндорфины нам не повредят. Ну где вы там? Ну и кому здесь санузел прочистить? Ну вот и все, а ты боялся. Еще никто не жаловался. Ну и где наш выживший-то? Тут что ли? Нет, ты вообще нормальный в шкаф сныкался? Что, из мирной жизни и привычки сюда притащил? Ну так ты в следующий раз еще под кровать спрячься. Там тебя точно не найдут. Ну как? Веселитесь, ребятки. А меня возьмете? Я тоже люблю веселиться. Что, нет? Ты против, да? Ну тогда тебя исключаем. Привет, хочешь поиграть? А давай кто громче из нас в ладоши хлопнет. Ну что ты стоишь как вкопано? Давай хоть спляши тогда. К тебе обращаюсь. Тупые зомби, никакого толку от вас. Давай, иди на свое место. Ну-ка, давай посмотрим, что там такое. Вот же дерьмище. Ужастики. Попкорн бы сюда. Вообще весело бы. Мать твою, 3D-эффекты пошли. Все, идите нахрен, я выхожу из зала. И деньги за билет можете себе оставить. А это тебе на чай, грязный ублюдок. Ничего сложного, просто сходи и забери груз, говорила она. Спасибо за мотивационный пинок, друг. И куда подевались все чертовы зомби? А, ну конечно, стоило только вас вспомнить. Что это было? Чертовы зомби, они здесь веселятся как хотят. А ну с дороги, шушера. Да, конечно, давайте, пусть каждый даст мне леща. А как насчет средиземноморского загара, ублюдки? Ну ничего, сейчас уровень себе прокачаю. Вы у меня, твари, все на бутылках сидеть будете. Эй, помогите кто-нибудь!
Чтоб меня черти драли, ты выжил? Меня не просто убить. Ну хорошо, хоть сюда, на этом задании тебя точно грохнут. Сики сюда, тут обосновался аморальный дегенерат Райс. Стрекани у него препаратов, и тогда мы примем тебя в свою банду. Не, своей смертью я точно не умру. Что, милок, заплутал? Иди сюда, я тебя за ручку до дому отведу. На тебе, на, говняш сраный, при свете дня ты не такой шустрый. Ну куда же ты убегаешь? Я еще хочу с тобой поиграть, не убегай. Дядюшка Крейн знает одну очень интересную игру. Видишь вот эту электрическую палочку у меня в руке? Твоя нижняя половина будет с ней играть. Какая жалость, предпочел умереть с честью. Ну ничего, твоим друзьям, надеюсь, повезет меньше. Эй, хрен, а ты как туда попал? А ну-ка выходи. Ты куда лезешь? Не к тебе обращаюсь. Лежать. Фу-фу, плохой зомби, отстань. Ну хорошо, попробуй догнать меня, тупая курица. А? Ну и как тебе такое, а? Да мне похер. Если будет надо, я тебе пи***ну и сквозь дверь пропишу. А если я от двери отойду, что ты будешь делать, дерьма кусок? Это ведь без шансов, дрянь. Сука, мне кажется, что она слышит то, что я ей говорю. Да отстань ты уже от меня, кабуча сраного. Ну все, иди сюда, скотина, сейчас я тебе на картах наскину. Не вынесла душа поэта. Главное правило при зомби-апокалипсисе – нужно быть резким, как понос. Прощай, крошка. О, привет, ты что, тоже хочешь покататься на этом аттракционе? Да сейчас устрою. Как VIP-клиента обслужу. Ну, почти как VIP. Поверь, я старался. Ты хочешь продолжить? Цыпа, цыпа, цыпа. Ой, простите, я бываю такой неловкий. Ну, и кто еще хочет мою неловкость на своей роже испытать? И снова мой магазин штурмуют озверевшие бичи, но в этот раз они прихватили своего кореша. Я в твоем магазине труба шата. Ха, щенок, здесь только я могу давать сдачу. Ого, зашибись, мне так на чай прилетело. Эй, привет, дружище, спасибо за просмотр. Оставляй свой комментарий. Если понравилось видео, то ставь лайк. А если хочешь продолжение, то подписывайся на канал. А это был Dying Light, а у микрофона, как всегда, Деду Ген, поэтому всех благ тебе и хорошего настроения. Счастливо!